такой у нас высокотехнологичный шлем. Самое высокотехнологичное, по-моему, здесь кажется, это вот чехол. Самый офигительный чехол, который только может быть в армии. Можно его даже одевать вместо каски. Че нет, смотрите, форму держит. НПО специальных материалов. Лейбл есть. Не стыдно родину защищать? Не, ну а чё, вторая жизнь, почему бы нет? Деды воевали, мы повоюем. Деды фашиста ловили, мы подавим. Все нормально будет у нас, все замечательно. Такие вот вещи у нас шикарные. НПО специальных материалов шьет у нас, делает, изобретает. Высокотехнологичные шлемы. Ура, товарищи, ура. Короче, для тебя специальный обзор вот этого зверя. НПО специальных материалов, модуль монолит, жилет пуленезащитный, бля, ебать, БР-4, бля. Вот, чтоб ты видел данные все его, блядь, вся хуйня, блядь. Вот, блядь, все охуенно у него. Блядь, пушечка, блядь. Видишь, все пиздато, блядь. Видишь, у него тут, блядь. Стоит, экранчик стоит, видишь, что заебись. А что ж мы видим внутри? Внутри мы пытаемся достать. Что это? Кто это? Пеночка у нас лежит. Пеночка и вот плиточка. Видишь, плиточка. Кеваром здесь, сука, даже не пахнет. От слова совсем. Вот дальше смотри, видишь, плита у нас такая стоит. Сейчас попробуем тебя вскрыть. Вот видишь, просто, блядь, кусок железа, блядь. Вот, видишь, просто отклеен хуй. Ну, видишь, даже снизу ржавеет, сука, влаги хапанул, блядь. Ну, хуй, металл, блядь. Вот. Вот такая вот ё. Вот тебе короткий обзор, блядь. Вот тебе защита. Вот тебе кевлар, блядь, в виде пены, блядь. Ну, в бока тут еще вставляется такая же ебань, блядь, металлическая, две плиточки, блядь, и пиздец. Но прикинь, тебя прилетит, блядь, пуля, даже хуй с ним, 5.45 PS, ебать. Ну да, пробития не будет, но ребрышки тебе, блядь, сломает. И плюс ко всему, ливерок-то отобьет тебя весь нахуй. И че ты, блядь, после прилета сможешь выполнять дальше задачу, блядь? Нихуя ты больше не сможешь. Здесь просто силовая лента, блядь, в кожухе и пиздец. Ни о каком кевларе, ни о каком воротнике, блядь. Тут вообще речи не ведется. Я хуй, кто такую, блядь, хуйню, блядь, принял на вооружение, блядь. И вообще, нахуя? Ну, короче.